в Луганский полдень. На Вести Плюс новости. Здравствуйте. В студии с новостями к этому часу Ярослав Замета. Медики ЛНР на сегодня зарегистрировали в республике 1290 случаев заражения вирусной инфекцией нового типа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения. Здесь уточнили, что согласно проведенным исследованиям, за минувшие сутки выявлено 17 новых случаев заболевания. Выписано полностью выздоровевших с дважды отрицательным результатом теста 24 человека. Новых летальных случаев не зарегистрировано. Всего с начала пандемии от новой вирусной инфекции умерли 58 человек. Киевские силовики разместили 6 единиц бронетехники в жилых районах села Новозвановка. Об этом сообщила пресс-служба Народной милиции ЛНР. За прошедшие сутки выявлено 5 единиц боевых машин пехоты и 1 бронетранспортер МТЛБ из состава 30-й бригады ВСУ, говорится в сообщении. В оборонном ведомстве республики подчеркнули, что размещение военной техники вблизи жилых домов и муниципальных объектов является нарушением дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением. Граждане, подавшие заявление о получении гражданства Российской Федерации, могут получить информацию о принятии решения в отношении себя в Управлении миграционной службы МВД ЛНР. Об этом сообщили в Центре общественных связей правоохранительного ведомства. Обращаться необходимо по телефонам 072-157-77-90 и 066-185-33-72. Активисты проекта «Молодая гвардия и дружина» Стахановского территориального отделения общественного движения «Мир Луганщины» провели акцию, приуроченную к Международному дню Белой Трости. Об этом сообщили в администрации города. В мероприятии активисты попытались преодолеть те трудности, с которыми ежедневно сталкиваются слепые люди. С завязанными глазами ребята пытались перейти дорогу, купить хлеб в магазине, спуститься по крутой лестнице. Сегодня мы провели эксперимент, чтобы на собственном примере ощутить, как трудно живется людям с ограниченными возможностями. Никогда не стоит забывать о подобных вещах. Нужно по возможности помогать людям, столкнувшимся с такой бедой, сказал координатор проекта «Молодая гвардия» в Стаханове Станислав Тропак. Госбанк ЛНР определил 4 отделения в Луганске, которые будут работать в эту субботу, 17 октября. Как сообщили в финучреждении, дежурные отделения расположены по адресам: улица Советская, 61, квартал Волкова, 2А, квартал Заречный, 12/167 и улица Кирова, 44. Сотрудники банка будут выплачивать все виды пенсии, социальных пособий и зарплаты, а также принимать все виды коммунальных платежей. В Госбанке подчеркнули, что посещать отделение можно только в защитной маске. Следующий выпуск новостей уже через час. Вести Плюс. Первое о главном. Вести Плюс. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые друзья. Говорит, показывает гостелерадиокомпания Луганской Народной Республики. 16 октября 2020 года, 12 часов 3 минуты. В прямом эфире на радио Вести Плюс и телеканале Луганск-24 начинается программа «Здесь и сейчас». Ближайшие 57 минут будем работать в таком составе. У нас в студии гостья. Давайте я вам сразу с удовольствием ее представлю. Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии имени Валерия Фролова Луганского государственного медицинского университета имени святителя Луки, главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Луганской Народной Республики Яна Соцкая. Яна Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. И также в нашей студии представители ведущих средств массовой информации республики. Мы пригласили их для того, чтобы задать самые актуальные и интересующие всех вопросы, которые связаны с санитарно-эпидемиологической безопасностью, с обстановкой, связанной с коронавирусной инфекцией, COVID-19, пневмониями и так далее, и так далее. С удовольствием также представляю тех людей, которые в течение этого часа будут задавать вопросы об этих болезнях. Слева от меня Сергей Колесников, Луганск-24. Здравствуйте, друзья. Далее Екатерина Рек, Луганский информационный центр. Добрый день. Мария Терешонок, газета «Республика». Здравствуйте. И Максим Журавлев, который представляет газету «Жизнь Луганска». Здравствуйте. Ну и ведущий. Ведущий «Вести Плюс» Юрий Свидерский. Да. Здравствуйте
еще раз, уважаемые друзья. Так вот, Яна Анатольевна, позвольте начать, наверное, с такого вопроса. Вот мы сегодня даже в пределах этой студии соблюдаем то, что называется социальная дистанция. Это раз. Во-вторых, находимся все в масках. У всех маски разные. Есть ли разница, из чего она сделана, какого она цвета, в какой аптеке или в каком магазине приобретена, или за сколько. Вот, например, да, где-то можно зайти услышать, что у нас есть только респираторы там по 130-150 рублей. Лично я сегодня купил маску в аптеке Лугмедфарм за 4 рубля. Я с удовольствием отвечу на ваши все вопросы. Хочу поблагодарить за то, что вы меня пригласили. Новый сезон, так сказать, мы с вами открыли опять вашу телерадиокомпанию и с радостью приму участие. И что касается этого вопроса. Ну, прежде всего, мы должны соблюдать правила противоэпидемические. И ношение масок как средство индивидуальной защиты входит сюда же. Хочу отметить то, вот вы сейчас сами сказали, Юрий, что вы зашли в аптеку, и маски есть разные. Поэтому в этом проблемы нет. Какая масочка будет? В этом тоже нет разницы. Вот такая медицинская, которая у нас сегодня, мы все с вами здесь собрались и находится. Самое главное то, что мы должны ее правильно носить. Мы ее должны менять каждые 3 часа. И когда мы ее снимаем, мы должны обязательно ее выворачивать вовнутрь, оставлять той частью, которой мы защищали себя. Что делают наши граждане в основном? Как я вижу по опыту и то, что я вижу в городе. Масочка почему-то носится на подбородке. Почему на подбородке, я не могу понять. Да, подбородок не надо ни от чего защищать. Масочка должна плотно прилегать к лицу, вот как у нас с вами. Она должна закрывать и рот, и нос. Конечно, хуже это мужчинам, у которых борода. Ну, наверное, надо тоже с этим что-то делать, потому что только когда плотно прилегает, и тогда не мы себя защищаем и защищаемся, если в нашем окружении есть кто-то болен. Если находится 2 человека, один из них болен, второй здоровый, то и оба находятся в маске, то, по крайней мере, в 5-7 раз уменьшается частота заражения. Вы мне спросили, какая маска? Маска может быть даже, почему ее не пошить дома, как раньше делали, 6-8-слойную марлевую. Единственное, ее менять каждые 2 часа, да, есть неудобство, надо ее постирать, надо ее погладить. Вот. Но с другой стороны, это все наша личная с вами гигиена. Это атрибут, это не только то, что у нас, в нашей Луганской Народной Республике. Давайте посмотрим. Сегодня весь мир, к сожалению, ходит в маске, но это лучше, чем болеть. Я думаю, лучше самим себя защищать. Ну, вот классическая ватно-марлевая повязка, которую нас учили, в принципе, шить на уроках НВП, да? Угу. Но она же-то, в принципе, способна даже защитить от последствий ядерного взрыва, но она защищает от внешнего воздействия, она не пропускает пыль. Дышать в ней, конечно, довольно-таки сложно, да? А вот эта маска, она, насколько я понимаю, она защищает не от какого-то вредного воздействия, а защищает окружающих от нас, да? И да, вот смотрите, да. В чем различие-то, да? Я прав? Да. Конечно, вы правы. Смотрите, мы же защищаем и себя, и защищаемся от того, кто болен. Самое интересное, что мы находимся здесь. Кто нам страшен? Конечно, больной человек. Но это же легко, когда человек болеет, сразу понятно. Но человек, есть в инфекционной патологии такое понятие инкубационный период. И в этой инфекции он 14 дней. А по некоторым авторам они дают и до 24 и 42 дней. Вот можете себе представить? Человек, он даже может не знать, что он болеет. А он уже будет заразен. И мы защищаем и себя, и защищаемся. И другого. Я к чему, собственно, подводил? Когда мы разговариваем, когда мы дышим, когда мы, не дай бог, чихаем или кашляем, у нас, я так понимаю, выделяются вот эти вот влага, да, в которой, в принципе, Частички, в котором содержится вирус. Вот, и мы вот этой маской, в принципе, это все перекрываем. Я просто видел где-то в интернете картинку, тепловую, по-моему, картинку, когда один и тот же человек в маске, скажем, говорит, и без маски. Вот без маски распространяется раза в 2 или а то и в 3, наверное, дальше вот эти все частички. А без маски они вот непосредственно вот здесь как-то вот так. Они и сюда этим, собираются, принципе, достигается, да. Защита, конечно, да, я правильно, да, понимаю? И мы же почему говорим, что мы должны потом масочку поменять в течение 2-3 там,
часов, потому чтобы эти микробы дальше, потом, чтобы не произошло, еще самое главное, почему мы говорим, надо менять маску, чтобы не произошло самозаражение, чтобы мы сами еще себя не заразили в этом. Каким образом? А если мы будем больше 4 часов находиться в этой масочке, вы мне сами сказали, чихнули, кашлянули, со слюной, с разговором, при этом выделяется вирус, который тут же будет собирать, ну, как бы находиться такой. А атмосфера для него очень такая хорошая, тепленькая, еще и чуть влажненькая. Тепленькая, влажненькая, да. Да, тропики. Да, тропики, да, да. И поэтому мы же не зря говорим и везде говорим, что есть масочный режим, но есть еще правильный режим ношения масок. А почему нельзя открывать, оставлять открытым нос? Вот, ну, потому что вы же дышите, вы же вдыхаете воздух. Я же только говорила о том, что если человек будет рядом болен, вернее, даже не болен, он будет в инкубационном периоде, особенно он заразен в последние дни, а клинических проявлений нет. Вот он будет выдыхать, а вы будете вдыхать носом. Почему я говорю, что масочку правильно надо носить? То есть, если нос открыт, то это все равно, что маски нет. Конечно, да, да. Мы же об этом и говорим, что самое главное защитить себя, своих родных и близких и друг друга, правильно? Мы должны соблюдать этикет, противовирусный этикет таким образом. Да вообще это способ, это самосохранение. Да, должен работать сегодня, инстинкт. Да, сегодня мы об этом говорим. Сергей, давай также дадим слово нашим гостям. Мария Терешонок, газета «Республика». Яна Анатольевна, по официальным данным Минздрава, на сегодняшний день заболеваемость вирусными инфекциями наиболее часто фиксируется среди лиц старше 65 лет. Врачи дают много рекомендаций, в том числе не выходить из дома без лишней необходимости, не ездить на общественном транспорте лишний раз. А могли бы вы как-то обобщить эти рекомендации, чтобы эти люди могли сохранить свое здоровье в сложившейся эпидемиологической ситуации? В сложившейся эпидемической ситуации хочу сказать, что опять мы возвращаемся к людям, которые старше 65 лет. Мы о них говорили весной, тогда мы говорили, для кого страшен вирус, вернее, коронавирусная инфекция. Конечно же, для лиц старше 65. Потом мы с вами спустились, что он поражает и лиц молодого, наиболее трудоспособного возраста, даже детей. Но теперь мы возвращаемся к лицам старшего возраста. Почему? Так, к сожалению, потому что эта вирусная инфекция протекает с осложнениями, с другими клиническими проявлениями. Одним из них, конечно же, такие, как пневмония. Мы боимся осложнений. И чаще всего мы эти осложнения видим у лиц старше 65 лет, потому что к этому возрасту у них сформировался уже букет сопутствующей патологии. Так называемая группа риска, в которую входит, как правильно, это поражение и сердечно-сосудистой системы, бронхолегочной. Особенно хочу отдельно уделить внимание, это метаболический синдром. И, к сожалению, мы видим этих больных, это которые имеют сахарный диабет, инсулин, не инсулин зависимый, дальше ожирение. Помимо этого, есть патология почек, которая тоже, поверьте, сложно больные лечатся очень. Поэтому мы сегодня и призываем лиц старше 65 лет, ну, наверное, тоже и помочь медикам в этом основном вопросе тоже себя защитить. Вот мы опять возвращаемся к тому, что они должны и, как бы соблюдать и самоизоляцию. Я не говорю, что они должны зайти в квартиру, закрыться и сидеть, не выходить. Прекрасная погода, да. Если вы живете в квартире, пожалуйста, гуляйте, но вокруг квартала, выйдите за квартал. Прекрасно, нет людей, есть посадки. Там, поехали в деревню, выехали на дачу. Ну, пожалуйста, не надо собираться большими дружными семьями. Не надо обниматься, целоваться, как это у нас принято. Надо соблюдать противовирусный этикет. Надо поберечь и себя. Особенно, даже если там есть дети, моложе, внуки. Тоже поберечь своих лиц старшего возраста. Конечно же, помимо этого, необходимо... Ну, и заниматься и физической нагрузкой тоже. Ну, кто-то делает зарядку, кто-то не делает. Не делайте зарядку, но выйдите 15-20 минут, я вот уже говорила, пройдитесь по свежему воздуху, но пройдитесь индивидуально, соблюдая социальную дистанцию. Не надо собираться, как мы даже раньше видели. Наши бабушки любят собраться, там человек 9-10 обсудить. Я, конечно, понимаю, им очень хочется пообщаться. Они, может быть, как-то лишены общения. Но сейчас, к сожалению, не то время. Конечно, даже на свежем воздухе нельзя, в принципе, собираться. Ну, на свежем воздухе
Ну, можно, но не рекомендуется большими. Собирайтесь своей семьей и то. Вот смотрите, как мы сегодня с вами правильно сели. У нас с вами у всех социальная дистанция. Мы с вами в масках, правильно? Даже на улице. С одной стороны, конечно, мы можем говорить о том, что вирус, коронавирус, он боится сквозняка. Да, как бы хорошо. Но, с другой стороны, наши старики тоже боятся сквозняка. Они тоже могут при этом заразиться. Тут для лиц старше 65 лет есть и за, и против. Поэтому вышли, дышите свежим воздухом. Обязательно ходите. Обязательно. Какая-то, кто-то занимается физической культурой, кто-то делает зарядку. Нет, просто выйдите, пройдите. Нельзя сидеть, конечно, в такую погоду дома, в закрытых квартирах. Выйдите куда-то, может быть, на дачу, может быть, куда-то в деревню, подышите свежим воздухом. Но, пожалуйста, небольшими компаниями. И желательно в своем кругу, в кругу своей семьи. Ну и опять же, лучше все-таки на таких мероприятиях носить маски, да? В принципе, ну, даже ну, если вот мы собрались в компании если, какой-то, да? Если в доме, конечно, маски. Конечно, да. Да. Ну, даже, я так понимаю, даже если вот на улице мы поехали на дачу, да, вот мы, например, вдвоем ну, решили вскопать огород. На улице масочку огород. Можно как бы и не носить. Да. Тем более, если мы все равно будем друг от друга подальше, там будет сквозняк, как мы все-таки это свежий воздух. Но социальная дистанция. Просто в автомобилях что делать? В автомобилях конечно такси. Же, да, за маршрутные такси, хочу сказать, тоже едут наши люди, которые и возраст уже 65+, как вы сказали, и без масочек тоже. Еще хочу призвать к тому, что если вы пенсионеры, не работаете, и вам не надо в часы пик куда-то ехать, пожалуйста, еще раз призываю, не посещайте массовые мероприятия. Если вы можете избежать сегодня этой маршрутки, если вы можете пройтись до магазина, вы лучше пройдите. Заодно вы подышите свежим воздухом, вы сделаете какое-то физическое упражнение. И с другой стороны, вы сами себя оградите от какого-то заражения. Ну, мы обсудили лиц старше 65, у нас есть и лица моложе, а именно Екатерина Орек, представитель сайта «Луганский информационный центр лиц». Естественно, болеть никто не хочет, ни люди старше 65, ни молодежь, ни взрослые. Какие вы можете порекомендовать методы повышения или поддержания иммунитета, чтобы наши жители обезопасили себя от сезонной простуды, которая сейчас имеет место быть? Прежде всего, хочу начать с того, что я уже и говорила. Это и индивидуальные средства защиты. Мы говорим и о масочках для того, чтобы уберечь себя от защиты, и соблюдение социальной дистанции. Здесь мы будем, может быть, я скажу больше молодежь. Молодежь у нас, она такая подвижная, мобильная. Они любят встречаться. Молодежь еще труднее, чем наше старшее поколение, удержать дома. Но энергии столько. А энергии столько, ее же надо. Еще наша молодежь что любит? Они любят обниматься, целоваться, правильно? Они любят какие-то напитки распивать, простите, с одного стакана, даже с одной бутылочки. Это ни в коем случае нельзя делать. Особенно в теперешней ситуации. Что же касается профилактики. Индивидуально все, конечно же, это и режим, и труда, и отдыха, и индивидуальные методы защиты, и, конечно же, правильное питание, о чем я хочу сказать. Понимаете, все ждут от врачей то, что я сейчас буду говорить, какие надо принимать препараты. Вот, прежде всего, режим питания и режим инсоляции. Сегодня я уже говорила, лица старшего возраста, посещение, допустим, свежего воздуха, точно так же и молодежь. Когда мы с вами посещаем улицу, солнце светит, мы получаем 15-20 минут, находясь в такой пребывании на свежем воздухе, скажем, мы получаем то количество витамина D, которое нам необходимо для той же профилактики и коронавирусной инфекции. Я еще хочу сказать, что помимо коронавирусной инфекции могут присоединиться традиционные, сезонные наши инфекции, такие как грипп, ОРВИ. Мы же от них тоже с вами не застрахованы. Никто. Ни лица старше, ни молодые, ни дети. Никто не застрахован. С другой стороны, для профилактики также это употребление продуктов, которые много содержат витамина С. Не надо делать панацею там, с лимоном, имбирем. Мы с вами живем в своих условиях. У нас есть и зеленые яблоки, тем более прекрасная осень. Полно тыквы, всего. Очень много фруктов. Конечно же, хочу сказать, чтобы в рацион употребляли больше и молочной продукции прежде всего, а затем фрукты, овощи, которые содержат, и незаменимые минералы.
и витамины всех групп, которые и А, и Е, и С, и Д, которые просто необходимы. Понимаете, организм сам по себе, он очень умный. Организм в свое время знает, что ему надо, чего ему не надо и в каком количестве. И если мы будем соблюдать все эти мероприятия, то наша иммунная система, она тоже будет бороться с той же инфекцией. Скажите, пожалуйста, я вот недавно, к несчастью своему, лежал в больнице с ангиной, да, и мне и моим, так сказать, коллегам по несчастью рекомендовали еще, кроме всего прочего, щелочную воду. Насколько это оправдано? Щелочная вода при ангине? Ну, вот при инфекционной. У меня была ангина. Мы рекомендуем... У кого-то там ОРВИ было вот эти вот. Возможно ли? Да, вам определенно рекомендовали для того, что обильное питье нужно. Мы должны... Это тоже как бы профилактика. Вот, я еще качестве... просто до того дошла, что должно быть обильное питье. Мы должны выпивать жидкости где-то в пределах 2 литров. Особенно все равно у нас стоит жаркая погода. Правда, сейчас климат утром холодно. В обед жарко, тоже не разберешь. Но употребление жидкости, правильно, щелочная, минеральная вода, она там боржоми, ессентуки, они тоже способствуют как бы защите вашего организма. Екатерина? Вы уже рассказали, чтобы обезопасить себя, нужно это маска, ношение маски, соблюдение социальной дистанции. Но немаловажно является дезинфекция в домашних условиях. Как часто ее нужно проводить и как правильно это делать? Ну, давайте начнем с того, что мы все с вами живем в домах, в квартирах, правильно? Мы же убираем дома, мы же не можем жить. Ну, влажная уборка, самая обычная, которая, смотрите, если мы говорим профилактика этого вируса, коронавируса, он, в принципе, подвержен инактивации любого Д-средства. Мы говорим, это все связанные, которые с хлоркой, спиртовые, поэтому он легко погибает. Если мы делаем влажную уборку регулярно, если мы убираем в квартирах, но мы с вами так и делаем, проветриваем, одно из тоже самых главных компонентов сюда входит, то, конечно же, мы уже делаем профилактику. Если в нашем помещении находится, допустим, больной человек с ОРВИ, с какими-то признаками, и в сферу того, что у него такая легкая степень, его не все же больных мы должны госпитализировать, и лечится же на дому, и вы должны за ним ухаживать, и вы должны себя прежде всего обезопасить, и чтобы вы не заразились. Тогда вы обязательно можно промывать полы с той же белизной, разбавьте ее, там будет хлорочка, которая прекрасно убьет этот вирус. Проветривание. Не забывайте о том, что есть еще вот солевые лампы, они есть у наших бабушек, дедушек, мы забыли о них, о том, что они вообще присутствуют. Особенно, если это лица старшего возраста, мы уже говорили о том, что у них есть, хотя и у молодых, конечно, бывает сопутствующие. А расскажите поподробнее, пожалуйста, потому что не все знают об этих солевых лампах. Кто-то просто вообще их не видел, по большому счету, никогда. Да, молодежь... Что это за лампа, да? Очень в нынешнее время, я думаю, такая очень... необходимый атрибут нашей жизни. Вот вы мне правильно сказали, что молодежь и не видела, а бабушки, дедушки могут тоже забыть, вот где-то он стоит там в ящичке. Смотрите, мы же знаем, что вся патология бронхолегочная, и у нас есть реабилитационные периоды, и мы отправляли больных в солевые шахты дышать солью. А это та же солевая лампа, которая будет и дезинтоксикацию проводить, и уменьшать противовоспалительный эффект. Вот она целую ночь там, она прекрасно регулируется, выделяет соли. И мы дышим. Может работать как ночник, в принципе, да? И как ночник, и с другой стороны, как дезинтоксикационное средство, и средство противовоспалительное, и профилактическое средство тоже будет считаться для того, чтобы и оградить и себя, и своих родных и близких. Максим Журавлев, газета «Жизнь в Луганске». Яна Анатольевна, скажите, пожалуйста, связаны ли как-то между собой ковид и вирусная пневмония? И почему с появлением данного вируса у нас в республике резко увеличилось количество заболевших вирусной пневмонией? Новая коронавирусная инфекция. Сначала, когда она пришла, мы думали, что она вообще где-то далеко, наверное, и к нам она не дойдет, правильно? Ну, Китай, затем европейский континент. Но когда она пришла уже в Российскую Федерацию, тут мы уже начали с вами, наверное, задумываться, да?
А когда в марте был первый случай у нас выявлен, тут мы уже вообще с вами все спохватились. Дело в том, что коронавирусная инфекция сама по себе, она ж у разных лиц, мы же говорим сегодня, и протекает по-разному. У кого-то может протекать в легкой степени. Правильно? А у кого-то, даже у нас есть клинические проявления. Вот вы меня спрашиваете, с пневмонией связано. Сам коронавирусная инфекция, вот осложнение и клиническое, у нас даже в протоколах стоит, это как пневмония, там, дыхательная, бездыхательная недостаточность, ну, как проявление самого, самой коронавирусной инфекции. Но я еще хочу вам сказать то, что у нас есть и другие сезонные ОРВИ. Вообще, ОРВИ и грипп – это большая группа заболеваний. В мире она занимает первое место. А в структуре всей вот инфекционной патологии она занимает 95%. И когда мы же встречались и с пандемиями, допустим, вот гриппа, правильно, мы с вами все помним, такой SARS, MERS, который был. Вот смотрите, за вот этот период, допустим, с 2000 года, за 20 лет, мы видим вспышки пандемии только РНК-вирусов. А и коронавирус РНК, и грипп РНК – это вирус, который быстро мутирует. Поэтому и есть эти. А то, что вы меня спросили, пневмонии, осложнения и при ОРВИ, я хотела сказать, и при гриппе мы видели пневмонии. Да, эти пневмонии разные, которые мы видим. Но наличие такого количества пневмоний связано с тем, что, конечно же, это наша новая коронавирусная инфекция, которая как осложнение пневмонии. Особенно я сегодня уделила внимание, у кого она может возникать, у групп, которые имеют группы риска, особенно люди. И также она может, мы еще же можем с вами столкнуться и столкнемся и с гриппозной инфекцией, и с ОРВИ, которые тоже в свое время осложняются пневмониями. У меня уточнение вот по этому поводу. Ну, вот с ковидом, да, в принципе, мы уже официально-то разобрались, его появление, но вот все-таки вирусная пневмония, да, это, в принципе, заболевание, вы говорите, одной группы, но вот сколько не читал перед этим материалов, все энциклопедии медицинские говорят о том, что вирусная пневмония, как само название, заболевание даже не довольно, а очень редкое. А мы сейчас наблюдаем у нас вспышку. Вот проводилось ли какое-то расследование эпидемиологов, откуда у нас взялась эта хворь? Почему она у нас появилась? Насколько я знаю, это входит, в принципе, в протокол. Должны были расследовать. Проводилось расследование по коронавирусу, а по вирусной пневмонии откуда? Что это такое? Почему она у нас? Почему вспышка редкого заболевания? Вот меня вот это вот интересует. А смотрите, эта вспышка заболевания не только вот у нас, только взятая в нашей Луганской Народной Республике. Мы же давайте посмотрим рядом Российской Федерации, и у них точно так же. А Украина тоже. И в Донецке, да, и в Украине просто всех, вот, кто нас окружает. Понимаете, эпидемиология – это такая наука, которая будет изучать этот процесс. Коронавирусная инфекция и сегодняшняя вирусная пневмония – это на сегодняшний день новое заболевание. Сказать, что мы с ним сталкиваемся вот, ну, последние полгода, начнем с тем, с коронавирусной. Да, мы знаем коронавирус, но еще с прошлого столетия она была известна и у животных. С 1965 года где-то она пришла к нам, она была, встречалась и у людей, но вирус не был такой агрессивный, который как сейчас. Вот смотрите, прошло уже скоро будет как столетие, а мы до сих пор изучаем грипп, а сколько мы знаем вспышек, мы его до сих пор изучаем. Поверьте, эпидемиологи, вот ведущие, я тоже читаю очень много научных работ, и мне это интересно в сферу моей практической деятельности, правильно? И я думаю, что мы еще долго будем изучать этот вопрос, и эпидемиологи всего мира и Российской Федерации, они каждый день находят что-то новое, что-то нам программируют. Ну, я думаю, что это еще в будущем изучение. В связи с этим еще один уточняющий вопрос. Вот недавно Украина в одностороннем порядке закрыла пункт перехода в станице Луганской. Можно ли в таком случае надеяться, что у нас будет какое-то или сокращение, или хотя бы стабилизация заболеваемости и по коронавирусу, да, и по вирусной пневмонии? Потому что там ситуация, насколько мы знаем, она просто катастрофическая. А мы о ней еще не полностью знаем, потому что там принято решение не вести ежедневный мониторинг и не публиковать его. Два раза в неделю, да. Теперь будут, да, докладывать свежие цифры два раза в неделю. Как мы здесь с коллегами шутили, скоро вообще засекретят.
мы можем ожидать у нас стабилизации или сокращения вот в связи с перекрытием? Смотрите, все те, что противоэпидемические мероприятия, которые были принимались, будут закрыта граница. Уменьшится что? Миграция населения, правильно? Да. Ведь мы, вот этот рост, который вот вашего, просто наши вопросы сегодня, они все как бы пересекаются. Поэтому, может быть, я в дополнение и вашего вопроса, и вашего отвечу. Дело в том, что и те же пневмонии, и та же коронавирусная инфекция. Почему мы видим? Раньше мы с вами думали, что это инфекция, ну как, и не только думали, и я читала, это написано, это в классике, мы так студентам преподавали, что это зимняя инфекция, которая к марту, к апрелю, а к маю вообще мы должны забыть о ней. Ну простите, мы ждали с вами весны, мы ждали, пришло лето, за ним осень, а мы живем со всей сезонной инфекцией. Есть мнение, что это нам, так сказать, кондиционеры помогли. Вот. Дома. Да. Там еще есть одно заболевание такое, да, от кондиционеров, поэтому не будем говорить. Вот. И если будет прекращена миграция населения, которая, а как мы говорим, знаем, что на той территории еще больше заболевших, конечно же, вот смотрите, весной были же приняты противоэпидемические мероприятия, закрыли, и все-таки же было... как хорошо они сработали, и благодаря этим противоэпидемическим мероприятиям были разобщены все звенья эпид-процесса, который еще описал Лев Васильевич Ромашевский, ведущий наш академик в свое время, и к лету мы стабилизировала ситуация. Но потом, как мы сказать, даже мы же, наверное, расслабились, все подумали, все, коронавирус уже ушел, лето, жара, он уже да, все. Да, да, солнышко мы засветило, солнышко, все мы убило, все ждали, да. Мы так надеялись, что сейчас станет тепло, так хорошо, и все пройдет. Но, к сожалению, мы с вами посетили разные регионы, приехали, и каждый что-то привез, правильно? Не только магнитик на холодильник. Да, 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 к сожалению. Вот. К сожалению, мы и видим такую сейчас повышенную заболеваемость с тем. Ну, я думаю, что так как будет, мы же возвращаемся к тому и к самоизоляции, и к уменьшению миграционных мероприятий. Конечно, только таким путем, соблюдая все противоэпидемические мероприятия, мы можем, конечно же, остановить и затем, ну, как бы прогнозировать дальнейшее остановление этой инфекции. А я по поводу цифр, в подтверждении ваших слов, хочу сказать, что вот по данным на сегодня в Луганской Народной Республике с самого начала, с первого пациента было зарегистрировано 1290 заболевших ковидом. А я сегодня посмотрел цифры Донецкой Народной Республики, где вот и концерты проходили, и довольно более мягкие мероприятия были противоэпидемические, там 4905 на сегодняшнее утро. Да, и позвольте предоставить тогда слово. Ну, плюс ко всему, у нас суточный прирост не такой большой, там 17, ДНР, 10. Сегодня человек, 17, да. В ДНР 135 за сутки. Мария Терешонок, газета «Республика». Яна Анатольевна, а насколько вообще велик риск у человека, переболевшего обычной пневмонией или ОРВИ, заразиться коронавирусом? Коронавирусная инфекция – новая инфекция, правильно? Сегодня мы не знаем, по большому счету, как она будет развиваться. На сегодняшний момент ученые дают два направления ее развития. Первое направление – она может пойти, допустим, как вирус кори. Вирус кори, он один на протяжении десятилетий. К нему есть вакцина, самое главное – специфическая профилактика. Провакцинировались и забыли. Все мы с вами в 6 лет нас провакцинировали – и все живем с этими антителами, что говорит о том, что мы не заболеем. К сожалению, не все. Не все. Было такое. Да, к сожалению, сейчас и по кори мы видим повторные случаи. И теперь мы говорим, что к 45 годам мы должны еще раз привиться от кори. Да, все инфекции, понимаете, сегодня мир пришел к тому, что нету, наверное, той классики, которая была раньше. Вот как, допустим, наши учителя учили нас. Вот мой учитель, это Валерий Митрофанович Фролов, кафедра так называется. Вот как они нам преподавали классику, мы сегодня не можем сказать. Уже они даже в конце, вот мы разговаривали с моим научным руководителем, вот не было той классической, даже течение тех же заболеваний, той же кори, той же ветряной оспой. Мы тоже, я когда училась, мне было сказано, ветряной оспой болеют один раз в жизни. Я теперь вижу трижды, я сама это вижу у больных, я вижу в карточках, что написано. Вот. Точно так же
это. Ну, вернемся к нашей коронавирусной инфекции. Это первый путь развития. Второй путь развития. Вирус может мутировать. Это РНК-вирус. И уже на сегодняшний момент есть научные работы, которые доказаны учеными, ну, всего мира. Путем секвестирования было выделено уже несколько штаммов разных новой коронавирусной инфекции. Это говорит о том, что мы можем переболеть не один раз с ней, а, допустим, как сезонный вирус. Мы же видим вирус сначала H1N1, потом там H5, сезонный разный вирус. Точно так же этот вирус может пойти по этому пути развития. И тогда нас с вами будет спасать вакцинация, которая будет проводиться раз в 2 или 3 года, это будет доказано. Конечно, хотелось отметить то, что сегодня в Российской Федерации, вчера буквально мы услышали, что уже 3-я вакцина есть. Я хочу сказать об этих вакцинах. Ну и как минимум 2 препарата. 3, уже 3. Уже 3-я вчера. Да. Нет, это вакцины. Вакцины. А есть же еще в таблетках можно купить. Это для лечения. Это мы же сейчас говорим, как пойдет развитие. Да. Да, мы поговорим еще об этом. Вот. И это говорит о том, что эта вакцина, которая сегодня создана, которая сегодня имеет Российская Федерация, мы будем надеяться, что и они у нас будут. Вот. Поэтому или... Они, конечно, должны войти в календарь прививок как основные, как обязательные первой линии календаря прививок, это понятно. Но одно, мы будем ней вакцинироваться на 10 лет, если стабилизируется, или он, ну, скорее всего, вирус изменчив, и мы уже видим об этом. Поэтому каждые там 2, ну, насколько будет рассчитана эта вакцина, 2 года, 3 года вакцинироваться. Только после этого мы сможем таким специфическим методом побороться с этой вирусной инфекцией. Хотелось бы еще сказать то, что вот мне нравятся эти вакцины, я много изучаю, читаю. Они не сегодня, не то, что вот они раз за полгода возникли. Вот Институт Гамалеи, они работали с 2015 года. Они разрабатывали эти штаммы на много вирусов. И у них уже были как бы заготовки, уже давно планировались вакцинация к этим вирусам. Но тут произошла пандемия, и просто весь процесс ускорился, и поэтому создана эта вакцина. То есть можно ли сказать, что эпидемиология – это все время догонялки, в общем, битва или тушение пожара, или игра на опережение? Эпидемиология, да, это и прогноз, там есть прогностические меры, и статистические меры, но помимо эпидемиологии еще и вирусология, которая изучает этот вирус, как он будет развиваться, в какой среде, как он поведет себя дальше. Мы же, ну, будем говорить, что мы только полгода с этим вирусом столкнулись вот день в день, правильно? До этого, вы думаете, его не было? Да было. Он в структуре УРВИ занимает 5-е место, и он был там. Ну, мы о нем слышали? Не слышали. Был, и вирус был не такой агрессивный. И то, что происходит мутация вируса, точно так же, как происходит мутация вируса гриппа. Уточни небольшое. Вот вы говорите, что два пути, по которым может пойти вирус. Да? По пути, к примеру, кори, где привились и забыли, и по пути гриппа, да, где придется прививаться периодически. Но и там обязательно условия вакцинации. Некоторые даже страны, в принципе, отринули вакцинацию, сказали, пусть переболеет население, вот таким образом будем бороться. Скажите, пожалуйста, вот как специалист, как вы оцениваете такой шаг? С моей точки зрения, например, я не знаю, какое-то человеконенавистничество, потому что тот же грипп испанки, да, который родственен тому коронавирусу, показал, что может 50 быть... 50 миллионов унес, да. Простите, на сегодняшний день. Это какая была пандемия прошлого века, и все об этом знают. Я к тому, что прививаться надо обязательно, или, в принципе, можно там, само пройдет на авось? Смотрите, вначале мы ждали, конечно же, коллективный иммунитет. Мы все думали, что мы переболеем, как обычно, у нас будут антитела, и мы все будем хорошо себя чувствовать. Но прошло уже полгода, уже сколько человек переболело, уже мы видим даже повторные случаи. Уже есть первая смерть от повторного заболевания. Да, да. Были сделаны анализы, тесты на антитела, и показывает та группа, которая тестировалась, что антител-то у 14% только возникает. Они же не возникают у всех. Поэтому, после полгода, делали сначала сразу после перенесенной инфекции. Я вам хочу сказать, легкие и средние степени, которые приносят, у них вообще антитела не вырабатываются. Это к тому, надо ли вакцинироваться или нет. Антитела возникают у тех, которые принесли тяжелые формы, с осложнением, ну, простите, зачем мы их должны допускать?
И теперь, само собой, получается, как же не надо вакцинироваться? Лучше провакцинироваться, иметь иммунитет на 2-3 года. Но я сторонница вакцинации всех, я привита от всего. Я считаю, если это инфекции, которые вакциноуправляемые, то ними надо прививаться. Я каждый год, и вся моя кафедра, мы прививаемся. Через 28 дней у нас вырабатываются антитела. Но в сферу того, что наша работа такая, мы связаны с этими инфекциями, мы идем, смотрим больных. И в сферу того, что это прежде всего наша культура, правильно, медицинских работников, как я сама буду непривита и буду об этом говорить. Вот непосредственно лекарственные препараты, которые сейчас появляются на рынке Российской Федерации, они же все действуют на основе фавипиравира, действующее вещество у них фавипиравир. Это же тоже не новая разработка. Конечно, основа ее была, ее просто сегодня же усовершенствовали, и это провели клинические исследования, именно это стала этиотропная терапия. Вот это препарат выбора, в котором в инструкциях написано, что он применяется при коронавирусной инфекции. Но хочу сказать, самим себе нельзя назначать сразу, дорогие телерадиослушатели. Не надо его самим приобретать, не надо, его правильно надо назначить. Вы должны принимать препараты только под контролем медицинских работников. Скажите, а что будет, если человек будет заниматься в таком случае самолечением? Ну, вот он возьмет... Пойдет в аптеку и купит, да, себе? Вот пойдет в аптеку, да, купит и наглотается таблеток этих. Посчитает там, 2-3 раза в день. Вот, давайте-ка я буду там три раза в день принимать. Я читал инструкцию к одному из этих препаратов. Да? Там сначала ты принимаешь 16 таблеток за первый день, а потом... по 4, по 6 в день. Вот горсть таблеток. Вот, давайте. А в упаковке их 40. Большой соблазн. Я в больницу пойду, вот я пошел в аптеку купил. Да. Чем это грозит? Уже есть случаи, человека откачивали в реанимации после того, как он купил, а там 40 таблеток в упаковке. Он 35 сразу выпил. И реанимация. Нет слов. Я всегда говорю за то, что лечение должны назначать профессионалы, правильно? Есть медицинский университет прекрасный наш, который... Я считаю, что где-то 90% всех врачей, которые работают, все закончили наш медицинский университет. Все профессиональные. У нас очень квалифицированные медицинские работники. Хочу сказать, что многие принимали участие и в пандемии 2009 года, 2002. У нас есть наработанный опыт, свой даже опыт, который, да, мы его сегодня усовершенствуем, да, сегодня появляются новые препараты, все, но это препараты лечебные, противовирусные, антибактериальные, должны назначать только медицинские работники. Мы ж как обыватель, почитал, по 3 таблетки, запивать, там после и до еды, а другую же инструкцию не читает, а там же есть и фармакокинетика, и фармакодинамика, есть побочные, есть какие-то сопутствующие патологии, что-то с чем-то нельзя. А может, надо еще какой-то препарат принять, чтобы этот препарат нам не навредил, но он правильно подействовал. Для этого же, наверное, не зря все-таки медицинский вуз готовит кадры, и 6 лет мы учимся в медицинском университете. А потом хочу вам сказать, мы учимся вообще всю жизнь. Кто-то идет в ординатуры, в аспирантуры, но каждый день мы, тем более сегодня, такое количество литературы, что мы учимся каждый день, и без этого доктору невозможно. Если бы это было возможно, зачем бы нужен был медицинский вуз? Да пошел, купил в аптеке таблетки, пропил и вылечился. Но, к сожалению, это невозможно. Я к тому, что если человек решит заняться самолечением, выпьет горсть таблеток, то он должен быть к тому, что у него может наступить, скажем, анафилактический шок или еще какие-то такие... Это с этого можем начинать, да. И потом может быть еще и другое. Он же не знает, какой препарат, с чем сопоставим. И некоторые живут, даже не знают о том, что у них может повышен, например, быть сахар крови, правильно? Это да. Только когда они попадают в больницу. Придя в поликлинику, им назначит доктор, участковый терапевт, и первично осмотрит, посмотрит, расспросит, узнает, какие для некоторых вообще там становятся как открытие. Да, у меня есть и это. Да, к сожалению, есть и это. Не так давно коллега наш наблюдал ситуацию. В аптеке перед ним стояла женщина пожилая. Она купила сразу... 5 упаковок азитромицина. Да, а там курс-то всего сколько? 3 таблетки. 3 таблетки. Вот как, а как к этому относиться? Он задался вопросом, да, вот сколько раз за сезон она собирается переболеть.
Вот то, что употребление самостоятельно антибактериальных препаратов, я вообще категорически против. Есть антибактериальные препараты, они тоже делятся на группы, которые имеют показания, противопоказания. Есть показания, которые действуют только на ту группу инфекций, есть только на ту группу инфекций. Я веду к тому, что я призываю наше население, не надо скуповывать по 5 пачек азитромицина там, или еще какого-то препарата. Вы, если даже вы заболеете, доктору виднее, какой антибактериальный вам нужен препарат, какой противовирусный вам надо препарат, какое вам надо назначить лечение. Может, вам надо, а может, вам и не нужен будет. А если вы... Я сама слышала, и неоднократно, я даже одергивала, для профилактики пропить антибактериальные препараты. Это вообще, это чушь. Коллеги. Мы живем в 21 веке. Профилактику тоже должны медицинскими препаратами должны назначать только врачи. Ну, только в конечном итоге врачи. Частое употребление антибиотиков просто-напросто ведет к снижению их эффективности. Да, и все. То есть потом, когда припечет, это не поможет. Не поможет, да. А потом доктора будут бороться, очень будет трудно оказать помощь. Потом назначают препараты, а мы смотрим, больной не идет. Почему не идет? А он начинает рассказывать. Я 2 дня принял этот препарат, 2 дня принял тот. А там бабушка сказала, вот это еще самое у нас распространено, там на лавочке сказали, что вот это кому-то хорошо помогает. Вот это ж они так и употребляют. Екатерина. Такое разное течение болезни коронавируса у людей. Мы уже выяснили, что связано в том числе с мутацией вируса. А генетические особенности пациента может как-то повлиять на эту картину? Да. Смотрите, каждый больной индивидуален. Нельзя лечение всем назначить одинаковое. Правильно? Вот мы сейчас заговорили за антибактериальные препараты, за противовирусные препараты мы говорили. Ну, и я еще раз повторюсь, у кого-то какая-то сопутствующая патология есть. Каждый организм индивидуален. У кого-то легкая степень, у кого-то средняя, у кого-то тяжелая. Кому-то надо комбинация этих препаратов. Вы же понимаете, когда доктор делает осмотр, он его смотрит, он его перкутирует, аскультацию проводит. Вы же все же понимаете, мы пришли к доктору, что он сначала? Он говорит, раздевайтесь, я вас послушаю, посмотрю горло, потом еще постучит, поперкутирует, и доктору понятно, какие есть хрипы, какое дыхание. Если что-то сомневается, он назначит дополнительные методы обследования. После этого доктор еще подумает, посмотрит на вашу карточку, полистает, узнает, чем вы болели. У вас иногда эти вопросы вот, даже как бы раздражают. Вот я знаю, я же практикующий врач, я описываю больных, они мне начинают говорить, да я здоровый, ну что вы ко мне пристаете, зачем мне эта сопутствующая патология? И с учетом, мы должны назначать лечение только с учетом этой всей сопутствующей патологии, со всей, с учетом возраста. Есть показания в каждом препарате. Вот вы же видите то, что обычно все вышли с аптеки, с коробочки, раз, достали инструкцию, что сделали? Выкинули. Посмотрели в интернете 2 таблетки там до еды или после еды, и все. А врач должен изучить эту инструкцию. Врач должен посмотреть на вас, сопоставить все, и только после этого назначить правильное лечение. Максим? Яна Анатольевна, как мы сегодня уже с вами говорили, что заболеваемость ковидом идет параллельно с заболеваемостью пневмонией. Есть ли смысл в создании единого протокола лечения этих двух заболеваний, либо же каждый случай индивидуален? Сегодня мы работаем согласно протоколам, которые существуют. Хочу сказать, что наука не стоит на месте. Наверное, ваш вопрос больше даже касается медицинского сообщества. Почему? Потому что протоколы медицинские пересматриваются. Так как мы учимся, это новая инфекция, я говорила уже, мы смотрим больных, мы их лечим, мы видим, как они идут, мы смотрим, какие препараты работают. Выходят временные методические рекомендации, допустим, на которые мы и ссылаемся, и они у нас являются постулатом. Вот последние буквально Российской Федерации вышли 1 октября. Это 8-я версия, часть 1. Хочу сказать, что даже за последние вот эту неделю моя кафедра, мы посетили 2 онлайн-вебинара. Мы послушали, мы пообщались с нашими коллегами, мы обсудили некоторые вопросы лечения, ведения больных. Поэтому протокол
мы работаем, конечно, согласно протоколу, но мы не должны забывать, что каждый больной индивидуален. И я вот сегодня уже несколько раз, отвечая на ваши вопросы, говорила, что у каждого какая-то или сопутствующая патология, еще что-то, непереносимость. Вот как можно назначить даже препарат о том, что, мол, перекликаясь с вашими вопросами, купить в аптеке? Они же и сами не знают. Ведь в больнице, мы, когда больной поступает, мы же делаем пробу на антибиотик, а потом только его назначают. Точно так же и протоколы. Мы, конечно, согласно работаем, но мы подходим все равно к больному каждому индивидуально. У меня еще один уточняющий вопрос. А скажите, пожалуйста, какова должна быть первая помощь в случае подозрения на заболевание коронавирусом? У нашего населения? Вот да. Как? Ну да, допустим, человек просыпается, он понимает, что он чем-то болен. Человек не может себе отдифференцировать. Это коронавирус, он понимает, что какая-то инфекция. Тем более клинически, вот мы уже сколько раз говорили, и коронавирусная, и грипп, и ОРВИ. Они же практически могут начинаться одинаково и проявляться одинаково. Если вы, человек у себя обнаружил такую симптоматику, он, конечно же, прежде всего должен остаться дома. Он не должен идти ни на рабочее место, ни в поликлинику. Он должен вызвать врача, который назначит ему соответствующее лечение. Но если тяжелое состояние, высокая очень температура, которая ничем не снимается, кашель сильный, сильный удушье. А с какой точки начинается высокая температура? 38,5. Вот с 38,5 уже можно, да, можно вызывать скорую, да? Температура, если сильный кашель, приступы удушья, а как правило, может быть и сухой кашель, который вот, а можно и без кашля даже. Проявления тут такие разнообразные, что даже вот на примере наших больных, если перечислять всю симптоматику, наверное, мне надо, может быть, даже и два листа вот так вот написать. Может быть, но это если собрать вот совсем, вот такая может быть разнообразная симптоматика. После этого, конечно, если человеку он тяжело все, он, конечно, вызывает скорую помощь, и приезжает бригада, и она его доставляет в лечебное учреждение, где будет оказана профессиональная медицинская помощь. Мария? Яна Анатольевна, мы очень много говорили сегодня о профилактике, о ношении масок. Сейчас в продаже очень много антисептических средств, различных ручных антисептиков. Скажите, пожалуйста, насколько они эффективны и как часто ими надо пользоваться? И когда, после чего или до чего? Вот эту всю методику. Это тоже относится к эпидемиологическим методам нашей с вами защиты. Мы все время говорим о том, что когда мы возвращаемся домой, особенно с мест, где мы посещали, было много скопления людей. Магазины, аптека, маршрутки, все. Мы прежде всего, что должны, конечно же, мыть руки. Да, мы возвращаемся, кстати, да, мы сегодня говорили о многих методах защиты, а вот об этом и не поговорили. Ну, всего, наверное, свое время, пришли к этому моменту. У нас еще 8 минут эфира, можем... Ну, наверное, просто сложилось так, подошли к этому вопросу. Конечно же, самое главное – мытье рук. Самое главное то, что вирус может находиться и на коже, и попадать на слизистый. Поэтому, возвращаясь домой, мы должны мыть руки себе, особенно если у нас есть дети, заставлять детей. Обрабатывать Д-средствами мы тоже должны руки, но сильно мы не должны злоупотреблять. Почему? Потому что кожа у нас является тоже барьерной функцией, если она тоже сама борется с вирусами и микробами. Придя в этот мир, мы с вами находимся все время в окружении огромного количества вирусов и бактерий. Но это же не значит, мы же с вами не болеем всем этим подряд, правильно? На это есть еще наш организм, который борется с этой окружающей средой. Потому что если мы будем чересчур это принимать, тоже мы будем высушим кожу, и сама кожа, сам организм, он тоже перестанет бороться. Это тоже плохо. Но, конечно, после денег, после посещения маршрутных такси, конечно, мы должны помыть руки, конечно, мы должны обработать без средств. И не прикасаться руками, в принципе, к лицу. И маска как раз в том числе и этому помогает, да? Да. Вот с одной стороны, мы же все время говорим о профилактике, то, что вирус попадает на кожу и потом на слизистую. На слизистую как попадает? Мы же очень любим то поправить макияж, то у нас что-то зачесалось. А так масочка,
Даже когда у нас грязные с вами руки, они у нас сейчас уже грязные, вот, мы к лицу не дотронемся. Почему? Потому что у нас есть маска. С одной стороны, понимаете, это цепь всех противоэпидемических мероприятий, которыми мы сами себя защищаем. Или так. Или так. И тогда уже. Да. Екатерина. Вирус живет разное количество времени на разных поверхностях, правильно? Вы можете рассказать, на каких поверхностях он самый живучий, а на каких менее? Если вас интересует на бумаге, на деньгах, он живет где-то примерно, наверное, четверо суток. В воде он может жить 5 до 5 суток. На испражнениях живет 3-4 суток. Но зато хорошо он погибает при действии вот всех бактериальных веществ, которым я говорила, любых Д-средств, самых обыкновенных. Мы говорили о том, что даже если белизной вы будете разбавив промывать дома полы, если у вас находится больной, и они уже тоже погибают. То есть, в принципе, кошелек – источник инфекции, да? Да, по большому счету. Деньги вообще, они всегда, вот смотрите, они сколько, через какие руки они проходят целый день, вы же сами понимаете. Это касается, я могу сказать, не только, когда мы говорим сегодня о воздушно-капельной инфекции, там, о коронавирусе. Мы, когда говорим о кишечных инфекциях, об этой группе инфекций, это то же самое. Правило чистых рук мы всегда говорим. Перчатки спасут? Да. Да, мы теперь дошли до перчаток. Да. После обработки рук мы пришли к тому, что надо носить перчатки. Это тоже одно из мер профилактики коронавирусной инфекции, как мы сегодня видим, и как мы видим по примеру весны, тех мероприятий, которые были, они же работают. Сначала мы же с вами скептически относились ко всему. И к социальной дистанции, и к ношению маски, и к обработке рук, и к ношению перчаток. Но когда мы видели, что пошло снижение заболеваемости к лету. Не от того, что мы ждали, что придет жара и вирус, как я говорю, разрушится. Кстати, еще он при кипячении, при высоких температурах, дополнение, скажу, тоже хорошо разрушается. То есть обработка паром спасет, да? Если что. Ну да, мы ждали жару, видите, а он все равно оказался вообще какая-то инфекция круглогодичная, наверное, всесезонная. Вот. Уже понятно, что нам с ним придется жить. Да, а все, смотрите, все вирусы и бактерии, которые к нам приходят, они же с нами уже остаются. Да, то, что человек научится делать профилактику, а мы сегодня говорили о специфической профилактике, да, но в этом окружении то, что вирус, самое главное, чтобы его патогенность уменьшалась, вирулентность уменьшалась. Вот это самое главное, чего. И мы считаем, что каждый пассаж, следующее заражение должно быть слабее и слабее. Я все-таки хотел бы по поводу перчаток закончить. Да? Вот перчатки, какие они должны быть? Это должны быть резиновые или из латекса, или достаточно нитяных перчаток? Как часто их менять тоже надо? Как маску, 3 часа? Или какие вот требования здесь? Если в этом у вас... перчатку не дышишь. Да. Если... И как правильно кашлять? Насколько я понимаю, вот так, да? Да. Самое главное, мы должны, я еще не сказала о кашлевом этикете. Вот, мы закрыты масочкой, если у нас это самое, мы должны взять и носовой платок, или салфеточку, отвернуться, и, конечно же, локоть. Самое главное, при кашле, чихании, наши с брызгами слюны вирус не должен распространяться в окружающую среду. Мы не должны заражать окружающие. И мы уже сегодня говорили, что это профилактика не только самого, ну, как и самого себя прежде всего, и тех людей, которые находятся с вами. Перчатки. Нитяные, латексные, сколько носить? По поводу, конечно же, их тоже надо обрабатывать, особенно когда вы приходите с маршруток и со всего, любые, если они у вас тряпочные или какие-то, конечно, их же надо не забывать стирать и обрабатывать. Можно их и паром обработать, если это возможно, если они там у вас какие-то хбшные или еще. Если резиновые, мы их обрабатываем, моем и можем обработать до средств. У нас меньше минуты. На последний короткий вопрос остается только время. Яна Анатольевна, вот существуют все равно ковид-диссиденты, те, кто говорят, что ничего не существует. Тех, кого мы сейчас не убедили, вот что в качестве последнего аргумента вы бы могли им сказать?
Хочу сказать, что не надо. Мы все думали, что эта инфекция к нам не придет. Мы думали, когда она была в Китае, мы смотрели телевидение, потом мы видели Испанию, Италию, думали, что это не будет с нами. Но, к сожалению, он пришел к нам. К сожалению, мы сегодня говорим о пневмониях, которые мы видим, и ковидных, и нековидных вирусных пневмониях. Вирус, к сожалению, не имеет границ. Он уже распространился везде. Это инфекция, это летучая инфекция. В общем, будьте все здоровы и не пренебрегайте советами, рекомендациями врачей. Они работают для того, чтобы спасти, уберечь вашу жизнь. Я благодарю вас всех, коллеги. Напомню, мы беседовали с доктором медицинских наук, профессором, заведующим кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии имени Валерия Фролова Луганского государственного медицинского университета имени Святителя Луки, главным внештатным инфекционистом Минздрава ЛНР Яной Соцкой. Не переключайтесь, впереди еще много интересного.